Nokia 2630. Замена акустического блока. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 2630». Полифонический динамик в данном аппарате отдельно не меняется. Меняется целиком акустический блок в сборе с антенной. Сначала тонким заостренным предметом извлекаем из акустического блока микрофон, поскольку новый блок микрофоном не комплектуется. Затем, поддев акустический блок металлической лопаткой, извлекаем его из средней части корпуса. На его место вставляется новый акустический блок. Фиксируется в корпусе. Затем вставляем обратно старый микрофон. Все. Акустический блок заменен.